Ладно, хорошо. Всем привет, с вами снова я, Иван Сасанин. Мы продолжаем игру Stalker Lost Alpha. Я сейчас завалю всех этих оставшихся монолитовцев и пойдем искать комнату. Там, конечно, будет костюм, но я сомневаюсь, что он лучше, чем тот костюм, который у меня есть. Там, скорее всего, будет экзоскелет лежать. Хотя, может быть и нет. Ладно. Мне менять смысла нет моего костюма, его починить лучше было бы. Так, он там, он в этом здании, парочку, я думаю, еще есть воинов. Я почти всех их завалил тут. Так, ладно, один вот есть где-то. Они меня не видят, это я знаю точно. Пока, по крайней мере, не видят. Но они где-то здесь. Кстати, один остался. Двое. Трое. Так, ну-ка давай проверим. Байка моя. По патронам у меня тяжело. Короче, с патронами напряг. Ладно, пошли. Хорош, пока не будем обыскивать этих ребят. Сначала завалим их всех, а потом посмотрим. Будем с ними разбираться. Ого. Их больше. И они где-то здесь. Так, секунду. Давай-ка сделаем вот так. Черт. А, вот так вот делаем. Вон он. Ага, прочухал. Ни хрена! Братья! Нифига у него скорость. Это что он тут за тусняк у него, блин? Охренеть, такую скорость развил. Я просто не ожидал, что он так быстро бегать будет. Денежки. Прилетел прям тут. Я прям так быстро не умею бегать. Так. 2 часа дня, темнота вообще полнейшая. Так, еще один трупачок. Мои патроны. Так, нет тут патронов. Темновато. Ну ничего, справимся. Так, они молятся. На втором этаже. Я не исключаю, что они меня не увидят сейчас. Сколько их тут? Двое, трое. Трое, да? Так, они где-то здесь. Наверх не пойдем, не сможем. Так. Что ж так темно там нахрен? Нет, двери закрыты. Двери закрыты. На с той стороны попробуй зайти. Здесь никак я не выйду. О, можно здесь пойти. Так, там все положены. Там ни одного живого парня не осталось. Вон он. Кстати, вот этот вот отель. Похоже, там, вот в этом нужно искать здание. Как я понял. Так, ну а здесь мы сейчас их найдем. Так, они в той стороне здания. Наверное. Где же вы бродите, бляха-муха? Так. Аккуратно. Если бы один выстрел решал все, то я бы, наверное, действовал именно так. И не иначе. Тут водка стоит, да? Заряжаются водкой, что ли? Угу.
внутренний двор. Не знаю, никак не проходится он тут. Ну тут все равно где-то выход должен быть. Наверное. Вот, да, проход. Давай аккуратно. Так, вот здесь нет, да? Здесь их нет. Вон они сидят, скорее всего, здесь. Молятся. Ни одного... Вон, где-то один там. Вон он молится, я вижу. Быстро ты среагировал, парень. Так, тут спуск есть какой-нибудь? А, вон там он вход. Так, ладно. Тут еще один спуск. Какого хрена, блин? Вот так вот возьмем. И посмотрим внизу. Твою мать! О, ни хрена он с меня снял. Пол хп. Он замолчал. Твою мать, собака, они... Фух, стреляют прямо этими... Подружками-то охрененными. Ладно, все, похоже, со всеми расправился. Здесь что, сейф или что? Есть? О, тут какой-то подвальчик, прикольно. Так, это вход куда? На сцену. Да. По крайней мере, здесь мы с ними расправились. У меня место есть вот, хотя бы под один артефакт. Где-нибудь найти, да? Сейчас посмотрим, может там внизу что-нибудь есть. Кстати, да, по-моему, там место как раз складирования какого-то. Ух ты! Никого? Неплохо они тут устроились. Все закрыто, все закрыто. Все закрыто, нахрен. Ничегошеньки нету. Так, тут что у нас? Пивко. Пивко, которое не взять. О, патроны, патроны. Где я только что видел патроны? Так, а вот и сундучок. Ну, мне нахрен. Угу. Интересное такое место. О, патроны мои. Так, что у нас там по весу? Тяжесть не тяжелая. Хорошо. Здесь больше ничего нету. Пойдем, короче, в комнату. 26. Ух ты, смотри, тут подвальчик есть. Да что ж такое-то, а? Перебор у меня. А, выпьем энергетика. Так. Валяются. Так, ну ладно, здесь, я думаю, где-то пройдем. Там где-то был еще этот бюрер, что ли. С бюрером бы мне тоже не хотелось бы встретиться, наверное. Мало ли он. Так, тут есть выход спокойный. Хорошо, пойдем в гостиницу. Злосчастная комната, блин. Так, надеюсь, там никто меня не будет. О, вот, наверху мост.
тут посмотреть, что-нибудь есть, нет? А, это бассейн. Бассейн, говорю, это фонтан. Фонтан, так сказать. Ладно, спокойно. А, вон оно, черное, чертово колесо. И там, наверное, где-нибудь снайперы сидят опять. Твою мать, кто-то из наших. Прямо в гостинице, кто-то из наших. А там что внизу? Ух ты, ни хрена себе. Прям можно по подвалу пройти это все. Если допустят, конечно. Так. Ладно. Кто там? Он на месте стоит? Скорее всего, да. Кто ты есть, человек? Там наверху, смотри. Аномалия, херач. И человек тоже где-то наверху, похоже. На второй этаж надо подниматься. А может и выше. Опа, забаррикадировано все. Хрен тут пойдешь. Фу-фу-фу-фу-фу. Давай вот. Так вот лучше будет. Так. А лифт не работает. Ну ладно, один человек, он против нас ничего не имеет. Это самое лучшее. Так. Здесь что у нас? А вот он. Ё-моё. Второй этаж. Так, ну давай снайпера смотреть. С этой стороны ничего не видно, спокойно. Бог с вами. Ребятки, пошли на третий этаж. Да, я вспоминаю, вот тут переход на ту сторону. Ладно, пойдем сначала здесь пройдемся. Опа! А тут и выхода-то нету. Что же меня ждет? Или кто меня ждет в комнате 26? Вроде снайперов нет. Комната. Пошли. Знать бы еще в как... Где, на каком этаже действительно. Аптечка. Эти патроны мне нахрен не нужны. Черт. Да что ж ты так везет-то, а? Ну это дело. А, аномалии. Ух. Так-то прикольно смотрится эта комнатка. О, ящики. Пусть. Нахрен они тут лежат. Смущает только меня, да? Ага, смотри, тут отметка есть, куда идти. Кто написал о ней? Вот она. Твою мать. Там, кстати, призрак, похоже, сидит, ждет меня. Злосчастная комната. Пошли. Призрак? Наконец-то ты сделал это. На секунду даже стало страшно. Военные с монолитом на кулаках дерутся. Это тебе не прогулка по парку. Приятно видеть, что ты не потерял хватку. Да, похоже, это так. Ну,
Ну, кроме этого, у нас есть еще одна огромная проблема. Прежде чем отправиться к генераторам, нам придется найти коды безопасности для всего этого огромного, чертовски сложного комплекса, чтобы было ясно, не изменить, не выключить генератор. И даже такого количества взрывчатки, которые я смогу приготовить, не будет достаточно для их активации. А они спрашивают, почему и как это работает, но это настолько совершенная технология, что даже Клык был удивлен. Это что-то значит. А так что же мы тогда изменим? В том-то и дело, это в проклятом саркофаге электростанции. За этим мы и собрались. У них было какое-то эксперименты в саркофаге. Я точно не знаю какие, но у них были ученые, работающие там на генераторах. Что бы мы не хотели сделать, изменять нужно что-либо именно там. Но нам так и не удалось добраться до него раньше. И я должен его получить. Пока не готовлю взрывчатку, кто-то должен держать это место в безопасности. Пока Клык будет здесь с декодером, я хотел бы помочь, но мне кажется, что ты и сам справишься. Это будет трудно, а это очень опасное место. Как ты думаешь, справишься? У меня нет выбора. Я делаю это. Главное, разберитесь ко всем. Так. Понятно. Будь осторожен, Филов. Это территория монолита. Лучший маршрут — это проникнуть через территорию стадиона. Но там несколько снайперов, несколько я помню. Второй способ — это обойти стадион сбоку по дороге. Но она полна аномалий, мутантов. Выбор за вами. У меня будет все готово. Возвращайтесь живым, хорошо? Хорошо, я делаю все возможное. Так, ну я не знаю. Знаете, что, вот какой у меня вариант? Так, что здесь АЭС? АЭС у нас находится там. Если я пойду через стадион, мне надо будет снайперку с собой взять. Но у меня как бы можно вернуться, да? Я думаю, что вполне возможно вернуться назад, сходить сюда, взять здесь все вещи в гараже вот тут лежат, снайперку там, или даже свой суперприбор, и все будет пучком. Так, а что тут есть? Нет, вообще ничего нет. Пусто, да? Ничего не дали. Хрен с ним. Так, ладно. Короче, я думаю, что я сейчас схожу за снайперской винтовкой. Кое-какие вещи сброшу, они мне не понадобятся, вполне возможно. Кое-что возьму с собой. К сожалению, похоже, кое-какие артефакты придется оставить. Я так и не добился того, чтобы сделать свое дело. Но с другой стороны, у меня как снайперка вполне приличная, да? Вот этот вот... Да, я думаю, что вполне возможно идти нормально так будет. Не торопясь и не думаю. Хорошо, пошли. Найдем сейчас саркофаг. Кстати, а тут по... Блин, мне назад уже не пройти. Черт, неужели тут где-то другой выход должен быть? Походу, да. Скорее всего. Предположительно, что тут где-то спуск. Так, через что пойдем-то? Блин, как тут спуститься, ёлки-палки? Я не понял, а как выйти-то отсюда? Здесь все перекрыто нахрен. Здесь тоже выхода нет. Thank you.
как вот здесь поменяется? Тут прям нарисовано, что стрелкой, куда нужно идти, да? Мне не добраться туда. Может, через комнату я выйду, а? Давай, по крайней мере, попробуем. Да что ж такое-то, а? Задолбало. Так, ну ладно, прыгаем здесь. Ногу, надеюсь, не сломаем. Так. Чё, пойдем через центр? Или по боку обойдем? Там аномалий много, говорит. Мутантов. Там он, скорее всего, до хрена этих снорков. Так что я думаю, тут как идти лучше. Призрак доел. Со снайпером можно было встретиться. Сколько у меня патронов? Черт. Дорога не самая легкая будет. За бокс. И они, наверное, из этой головопушки будут фигачить. По мне. Так что будет интересно. В обломчик. Так, по центральному проходу. Монолитовские снайперы. У самого чертового колеса. Гору не пойдет, он на гору обойдет. А мы напролом нахрен. Где снайпер? Ты что, за мной идешь, падла? Пошел ты нахрен. Так. Стадион Авангард. Все, пошли искать их. Опа, они где-то уже есть. Они на той стороне сидят, скорее всего. Я сейчас уж не вспомню сразу, но думаю, что там они. Так, второй есть. Артефакт как подстава тут лежит специально. Мне сейчас там нахрен не нужно. Так, в подвал я не залезу. Пошли поверх. Так, территория большая. Разберемся. Там в середине по-любому бегают еще кабанчики. Наверху. Так, тут аккуратно надо. С одного выстрела не будет херачить. Так. Блин, нифига зарос стадиончик. Так, а можно как-нибудь тут залезть на самый верх? Я что-то даже не представляю. Так, а эти с той стороны сидят, да? Откуда мне их ловить? Вон он.
Ладно, двоих завалил. Ну вот и патроны сейчас будут. И... Оу! Нихера, он вон оттуда херачит. Неужели он меня видит? Сгал с пушки. Ёптить! Че, их там двое, что ли? Ай-яй-яй! Ты хоть сюда не иди. Так, что, завалил, да? Минус один. Так, там еще двое, да? Хреновые. О, он пулит. Ну они сквозь деревья не видят, я понимаю, но хреново знает, где они тут. Главное, что под воном. Блин, за деревьям стал. Я его не вижу. Если я наверх залезу, на самый. Отсюда вообще ничего не видно. Там их, я не знаю, двое или трое снайперов этих. Опа. Ломать мясо. Вон еще один, ёпты. Оу! Твою мать! У меня мышка запарилась. Откуда он прибежал? Они, кстати, похоже, бегут. О, смотри, что я нашел. А где у него этот? Голос-пушка. Так, если я выброшу лишнее. Вот это вот. И заберу голос-пушку. Она тяжелая, да? Черт, она очень тяжелая. Голос-пушка классная штука, а? Твою мать, где он? Я двигаться не могу, блин. Где-то стреляет. А голос-пушка у меня сейчас вообще в тему она будет. Где он? Он бомбит, бля. Где-то рядом. Я слышу его звуки. Он уже... то ли он спустился оттуда, то ли чё. Где же ты, падла? Так. О! Вот его снайперка. Че вертолеты-то по ним не херачат, а? Было бы очень уместно. Блин, я хотел вон туда наверх залезть. Не вижу оттуда ни черта. Сука.
каких-то аномалий. Вот смотрите, как стадион зарос охренительно деревьями. Так, он говорил, справа там очень много аномалий, да? Как? Неужели нельзя залезть как-то наверх? Наверху было бы круче. Сверху бы я точно увидел всех своих врагов. Похоже, нет входа наверх. Нету тут входа служебного. Может быть, как-то водочка стоит. По черному входу можно, а? Нет? Где мне их наблюдать? Вон он. Где-то вон там. Да я вообще не вижу его. Он меня видит, я его не вижу. Собака, как это он стреляет нам сквозь деревья? Еще одна гаусс-пушка. И патрошки. Патрошки никогда не помешают. Фу-фу-фу, тут снайперка у них. Так, подожди. Вон он, где-то там, вон, все, я его сейчас засеку. Здесь бы он по мне не пульнул. Он там один или нет? Тут же вариант. Вопрос очень сложный. Падла, а? Как он меня убедит, я очень не понимаю. Все рядом, все рядом. У него что, тепловизор там стоит, что ли? Стреляешь, падла. Жутко, жутко, жутко. Еще кабаны тут, бля. Так, ладно, давай попробуем. Черт, пойти здесь. Проскакиваю, просто проскакиваю. Так, все, я на месте. Высовываться опасно, да? Отсюда мне его не видать. За дерево прятаться. Ух ты, бля. Ах ты, сука! Как он точно попал, а? Вон он. Он там не один, да? Есть, одного завалил. Так, давай еще одного завалим, вон он. Еще одного завалил. Все? Это был последний? Нет, вряд ли выстроились, а, падлы. О, еще один где-то. Так, аккуратно. Фу. Кабан. Кабан меня не тронет. С какой стороны он? Я не вижу. Там он, наверное, дальше он. Не вижу. Ни хрена не вижу.
Так. Изнутри надо проходить. Давай поищем вот здесь. Так, а выход-то дальше немножко. Ну ладно. Пушка мне очень пригодится, думаю. Так, ну что, где его искать? Может, он с той стороны был, а? О, есть. Где-то здесь. Так, давай потихоньку. Он в углу, да? Они все расставлены по периметру. Так. По-любому в конце где-то стоит один. Так, ну и чё? Тут-то выхода нет ни хрена. Еще раз сохранимся. Так, он, скорее всего, вот тут, в углу. Опа, нету. Где ж ты, падла? Может, с той стороны он был? Нет, он здесь. Он здесь, но я его не вижу. Так, он был где-то там, в том конце. Давай проверим этих. Да, стадионик тут в таком состоянии прям. Так, какая лучше? Вот эта пушечка получше будет. Фу-фу-фу. Да, всех делов не сделал, которые хотел, и в принципе отсюда можно вернуться, потом будет просто чисто сохраниться специально здесь и потом просто погулять, посмотреть, что она будет из себя представлять, вот эта часть игры, то есть вернуться отсюда назад и походить там по оставшимся секторам, которые я не прошел. Так, ну ладно, пошли вниз, где-то он там в самом низу находится, я не уверен, где он там. По мне стрелял, между прочим. Может, он в ту сторону смотрит, наоборот. Большая территория такая. Это все истории. Так. Здесь у нас спуск. Давай здесь посмотрим. С внешней стороны. Где ж ты, падла? Собачка там бегает. Я его не вижу, где он? Давай свалим отсюда, если получится. Если он в меня в спину не захерачит. Он ко мне.
Вон он. Фу ты, блядь. Перепугался-то как. Все, никого не видать. Блин, территория такая большая. И можно туда бежать, и можно сюда бежать. Ух, там еще дома. Я уже почти дошел. Местечко-то славное. Ну ладно, давайте здесь закончим сегодня. До новой серии, до новых встреч. А следующей серии, видимо, мы уже проведем в ЧС. ЧС. Нет, я пока не прохожу. Я остаюсь пока здесь. Фух, до новых встреч, ребят, пока.